Все будет вечером, финал вечером. Соответственно, будем надеяться на лучший бег именно вечером. Упреждая все ваши вопросы про нашу, в том числе политическую ситуацию, скажу, что я об этом сейчас не думаю. Я об этом сейчас не запариваюсь, у меня бег предстоит. Если поправки какие-то и будут, то я думаю, уже точно не в положительную сторону. Вот. Так что надо сегодняшнего дня уже ждать до конца и завтрашнего дня, собрав все факты воедино, надо действовать как-то будет руководству и спортсменам. Федерация должна идти в суд, Какие бы решения ни приняли, вообще, в любом случае должна идти в суд Федерация. Вот. Ну, а что еще Федерация остается? Она, Федерация есть для того, чтобы выполнять какие-то функции. Если прямые обязанности не получается выполнять, значит, надо какими-то косвенными делами заниматься. Thank you.